Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. 2 января 2018 года на северные и северо-западные провинции Японии обрушились сильные метели. В городе Цугава на острове Хансю выпало рекордное количество снега – 134 сантиметра. В городе Ниигата снежный покров вырос до 78 сантиметров, что в 10 раз превышает норму. Из-за обильного снегопада на трассе между префектурами Исикава и Тояма застряла колонна из 100 автомобилей, не сумевших подняться в гору. Непогода нарушила и железнодорожное сообщение. В районе города Сандзю застрял поезд, следующий из города Ниигата в город Нагаоку. Это не единственный поезд, который не смог продолжить свой путь из-за снежных заносов. Еще 3 состава встали на станциях, пережидая метели. В нескольких населенных пунктах отменены занятия в школах. В любой ситуации не стоит отчаиваться. Нужно просто взглянуть на нее с другой стороны, найдя радостные моменты. Как говорится в книге Анастасии Новых «Сенсей 4. Исконной Шамбалы», насколько все-таки важно смотреть на все с позитивной стороны. И даже если жизнь подсовывает тебе дольку лимона, то не нужно портить себе нервы по поводу ее кислых вкусовых качеств, а превратить эту дольку во вкусный и полезный лимонад. Добро, созидание, взаимовыручка, помощь людей друг другу – все это и есть самые универсальные и действенные методы разрешения любых проблем и ситуаций. Всегда и везде оставайтесь человеком. –